Ой, какой кошмар. Так, это Юпитер со спутниками. Четырнадцатое августа 2021 год. Харьков. 3:48, что ли, сейчас гляну. 3:49 по Киеву, Харькове. Так, Юпитер, потом идет Европа, Ио, потом внизу Каллисто, вверху Ганимед. ИСУ 6400, максимально возможно. Максимально возможные настройки светочувствительности моего фотоаппарата. На втором дубле использую, дабы на излете снять Сатурн. Чудо враждебной техники Nikon Coolpix 5000 позволяет мне сейчас в окуляре, да и вам вместе со мной, видеть то, что я глазом уже практически не различаю. Искусственно увеличив светочувствительность, ощущение, что я снимаю в сумерках, пускай мрачных, но все-таки сумерках. Но у нас, ребята, не сумерки, у нас кромешная тьма. Это только аппаратура. Сейчас. До Сатурна 601 миллион километров, а вот, ой, господи, до Юпитера со спутниками. Да, а вот до Сатурна 1 миллиард 339 миллионов километров. Колец совсем уже не видно, но... Сами, наверное, видите на экране, насколько это низко над горизонтом, насколько нам плотные слои атмосферы земной мешают. Увидеть нашего красавца. Красота. Вот вверху это светлое пятно, это Юпитер. А внизу это светлое поле. Это гаражи. Можно было и без моих комментариев, конечно, догадаться. Но вот просто уже на линии горизонта наш Сатурн. Ближайшее расстояние было 2 августа, а теперь ждем 19 августа, но не ради ККЧП. Если кто такой же древний, как и я, ради противостояния Юпитера, которая будет именно 19 августа. Ты мой золотой. Не знаю, меня... восхищает, вдохновляет возможность взять себя в руку фотоаппарат, выйти на улицу и поснимать спутники Юпитера, Галилеева. То есть 400 лет назад Галилей там шлифовал эти линзы, создавая свой телескоп, дабы увидеть эти четыре спутника.
А я сейчас просто на зарплату купил себе фотоаппарат и наслаждаюсь. А, хорошо, Сатурн мы уже потеряли. Наверняка. Сейчас будем снимать Юпитер в третьем дубле с настройками светочувствительности минимальными, дабы получить. Наилучшее качество изображения посмотреть на экваториальную полосу, может быть, не имея возможности посмотреть на спутники. Хорошо. Сходят там уже. Подожди, я же хотел еще медведицу поснимать на таких ИСО. Давай, наверное, так и сделаем. Где медведица? Вообще ничего не видать, да? Ладно, сейчас у нас... Вот не помню, как эта звезда называется, двойная. О! Вот она. Вот она, лапочка в ковше. В ручке ковша. Вот это она. Вам придется мне верить на слово, но... Да, когда-то я снимал вот ровно так же, может, в паре километров отсюда. Женщина, опа, подошла и говорит, раньше зрение проверяли у военных. Давай заставляю смотреть на эту двойную звезду. Вот эта маленькая звезда, она вращается вокруг большой. И если человек видел невооруженным взглядом, как относительно большой звезды вверху, слева, справа расположена маленькая звезда, значит, со зрением все в порядке. Да, ну, наверное, медведицу я не вижу, потому как слишком разнесена по небосводу. А вот плеяды я сейчас покажу 100%.